Отлично. Только будь поосторожнее с деткой. С кем? С грузовиком. Не повреди его. Води так, будто сзади сидит большой малыш Филли. Большой малыш Филли. Угу. Слушай, малыш Филли сейчас заплачет. Смотри, не раздолбай грузовик, ладно? Грузовик там, где и сказал Филли. Хитрец. Вижу офицера. Опа-опа-па. Опа-опа, несколько раз, чтобы он, блядь, уже почти сдох. Опа. Это не мой. Ты чё, блядь? Нихуя гандон. Я люблю собак. Как и чоризо. Правда, он иногда об этом забывает. Поехали. Вом, 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 вом. Вот так вот прикольно покататься иногда. Иногда просто катаешься, ничего тебе не ебет. Вокруг ходят лошади, которых ты не сбиваешь, и едешь рядом. Все нормально, чуваки в касках. Красота. Ебать мой хуй, нет, ну пожалуйста, ну нет. Твою мать, там! Ебать мой, ну как? Ну как? Черт. Пиздец, я боюсь за машину, блядь. Вапа, сюда! Ебать, до сих пор стреляет, посмотрите. Придется ждать гуапа. Ола. На нахуй. Ладно. Теперь надо отогнать грузовик Филли. Фух, пиздец. Пол лобового, блин, сломали. Ну, блядь. Учитывая, что я сражался с танком, слава богу, что я вообще живой остался. Пиздец. Какие нахуй танки, ёбаный блядь. Откуда вообще у ёбаного Кастиля танки? Я понимаю. Пару штук, ну, блядь, они так же, что они просто катаются на пол. Сиркула, Сиркула! Наша героиня! Героине нужно выпить. Инга! Что тут происходит? Магия Фили, детка. Герда, это все ради пенопласта? Нет, 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 нет. Ради золота. Хрен достанешь? И горит здорово. Всему можно подарить новую жизнь. Даже тебе. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Наши у Хосе. Их казнят в Вердере, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мерда, я знаю, каково это. Значит так. Нас пятеро. Идем, вытаскиваем наших врагов, убиваем.
Хосе берегут военные. Надо ими заняться. Ну, там есть колокольня. Если залезть, будет видно все. Перед казнью будешь в башне. Никто не должен видеть, как ты в нее заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Фили с оптическим прицелом. Я ее спрячу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Монтерус Астель Финаль, Камила. О, еще одна база. Пошел на. Ну вообще летать прикольно. Ебать, кто там стреляет? Вы что, ебанутый? Неидентифицированный пилот. Вы находитесь в запретной зоне. Немедленно приземлитесь. Садимся, блядь, садимся, садимся. Браться на колокольне. Думаю, да. Съебываем нахуй. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэрта, подруга. Мы пособираем. Надо смотреть в оба. Да нет, там уж снайпер. Так, все, пока там сабантуй, я съебываю. Блять, что мне делать? Соси. Окей, хе-хе, я здесь. Движок не глушу, Суэрта. Я вижу, Хосе. Не стрелять, пока не скажу. Яранцы! Это честь для меня, видеть вас здесь. А для вас честь, видеть тут меня. Это... лже-яранцы, таким, как они, нет места в нашем районе! У них Алехандро. Караху. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Что делать, Карлос? Карлос!
Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Возьму его. Прикрывай. Окей? Понесу! Но... Они все прут и прут! Так, Гуапа, имей в виду, игры кончились. Так что давай-ка. Так, это я залутал. Ну все, мы съебываем, нет? В чем проблема-то, блядь? Тебе. Нихуя себе ты стреляешь, блять, охуел. В стекло попало. О, сука. А как мне его, блять? Мне не хватает моей этой. Ты где? Мне не пробраться. Тут жарче, чем у дьявола в заднице. Алехандро у нас. Он ранен. Ясно. Встретимся у радиовышки. Ладно. Ты чё, охуел? Ты Гуапа, блядь. Си! Давай-давай-давай, Гуапа, вставай, блядь, ёбан в рот. Сейчас не... Нет, бля, надо его вообще застрелить, он же какой-то предатель, гандон, сука. Зачем мы его спасаем? Подшить, подшить, подшить. Кто стреляет? Откуда, блядь? Ебать мой ты. Поднимайся, пошли, блядь. Таблетки, таблетки пьем. Пизду, гандон, не хочу помирать из-за него. Поняла. Выбегаю, прикрой. В чем дело? Да я хочу взять. Чё, сука? Кто здесь, блядь? Кто здесь еще, сука? Я тебя слышу, блядь. Ори побольше, чтобы я тебе точно пулю в голову впустил. Впустил! Не пустил, а именно впустил, понимаете? Вот он. Давай. Ебать, натуре танк. Давайте, пошли, пошли, пошли. Ну где ты там, ёбаный в рот? Это я тебя защищаю или ты, блядь? У него 19 хп осталось. Пиздец. Давай, давай, вперёд! Опорнулся! Давай, закидывай этот мусор туда, блядь. Давай, ну уже! Поехали! Вперёд, Филину! Чё, блядь, я тебе постреляю. Хуяк. Поприседай. Сосать. Кто там следующий? Кто там следующий? Я тебе, блядь, папа.
пизда. Особенно попа. Сука, вы меня заебали в натуре. Я вас буду жечь всех, сука. Лечиться, лечиться, блять. Вот тут не, некуда даже спрятаться. Гандон, у меня нет патронов. Motherfucker. Мне понравилось это выражение из GTA San Andreas. Ооо, вертолетик, ну вертолет так пиздец, у меня Суприма есть. Штана, так что давай-ка мы здесь не это сам. Вообще пока я свалю. Ооо. Получи, сука, мразь. Блять, это невозможно. Умри, блять, гандон. Так, покурим, покурим. Пиздец, вот попасть в эти машины вообще невозможно. Чисто рандом, чисто рандом. Твою мать, да, никакого хера! Он дышит, нет? Сердце не бьется. Держись. Фили! Дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Фили? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Фили, мы его теряем. Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера. Нам всем конец, Камила. Кастильо победил. Он дышит. Эспада! Не суетись, пойми, лев спокоен перед убийством. Си, папа. Угу. Стреляй! А! Кебен, дядя! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтера мертв. Наш табак в безопасности, а его повстанцы бегут. Стреляй! Комемьерда, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат, ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет, как? Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот... мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться
ради рая теперь. Порфавор. Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Буэн Тиро.